В Нью-Йорке скончался известный русскоязычный журналист, телерадиоведущий Виктор Топалер. Последний месяц он тяжело болел, врачи диагностировали у Виктора рак легких. За 17 лет работы на телеканале RTVI в его эфире побывали сотни выдающихся интересных людей. Актеры, режиссеры, писатели, музыканты, политики. Виктора Топалера знали далеко за пределами США. Каждый выпуск его программы ждали в самых разных городах и странах, везде, где говорят по-русски. Он умел раскрыть любого гостя, умел смеяться и шутить, как никто, умел жить полной и яркой жизнью. Летом Виктору исполнилось бы 60. Телеканал RTVI приносит глубокие соболезнования семье и близким Виктора Топалера. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Борис Фимович, вы проферанс играете? В детстве играл. Ты же меня хорошо знаешь, ты же отдавал себе отчет, что, соглашаясь на встречу, я что-то для тебя приготовлю. Меня зовут Бенджамин Франклин. Похож? Но ведь это русский театр придумал само понятие амплуа. Решительная победа чрезвычайной важности. Лев Дуров. Лев Константинович, добрый вечер. Добрый вечер. Сколько лет, сколько зим. Мы будем считать, что мы обменялись комплиментами, теперь тебе можно задавать каверзные вопросы. Да. И ходили разговоры, что вообще Хазанов любимейший артист Леонида Ильича. Что ты хочешь услышать, дорогой? У тебя, дорогой, слишком широкий диапазон, чтобы я мог выбрать. Да знаю, да. Как ты думаешь, легко за тобой крутить носом, что ли? Я родился в Одессе и после революции также оказался сначала в Китае, а затем в Соединенных Штатах. У меня страшные глаза. Ну как, вот такие. Ты на фотографиях специально их закатываешь, я же вижу, что ты. А прибеднялись. А сами Гумилева читаете наизусть. Ну, видите, в конце программы выяснилось, что вы еще и хитрый. И, друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Спасибо, что вы этот час были с нами. До встречи через неделю. И будьте, пожалуйста, добры.